Сэм, ты получил письмо от нашего приятеля с гор? У него для тебя есть заказ. Можешь этим заняться? Пока, Сэм. Доброго пути. Оружие разрешено.
Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Сэм Бриджес, ты должен доставить груз одному человеку. Она странная штучка. Живет высоко в горах, еще выше, чем мы. А ее исследования, ну, это что-то совсем за гранью. Это натуральная мистика. Правда, ей бы не понравилось, что я так говорю. Она утверждает, что занимается тайнами космоса. В общем, в горах я нашел камень с отпечатком ладони. А когда сказал ей, она вся разволновалась. Если честно, я не знаю, о каком контакте она твердит. Но я подумал, может, передашь это ей от меня. Когда я вступил в UCA, у меня на многое открылись глаза. Например, что многие люди по-своему пытаются понять выход смерти. Да, ее идеи кажутся мне абсолютно бредовыми. Но они что-то значат для нее. Я хочу ее поддержать. В смысле, с твоей помощью. Официальный заказ в терминале. Доставляю груз. Спасибо, что пришел. Подумать только, ты прошел весь этот путь, а на грузе не царапины. Я тоже хочу так уметь. Надеюсь, проблем по дороге у тебя не будет. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше... Сэм, совсем такая же, как в Южном узле.
Вихрь, несущий просто немыслимое количество хиралия. Он медленно, но верно приближается к нам, к горному узлу. Я так думаю, но я ее не вижу, по крайней мере, невооруженным глазом. Но данные не лгут. Это тот же феномен, из-за которого ты оказался в зоне боевых действий. Я тебе сказал, но это был не... Ограничитель Кьюпида справится почти с любым всплеском хиралия, но не с таким. И еще супер-ячейка. Я сказала все так же, как и раньше. Мама, это ты? Ты понял, Сэм. Давно не виделись. Но все не так. Малинген, Локни. Мы одинаковы. Одно тело, разум, одно существо. Нет смысла делать различия. Не в этом мире. Мы все соединены. Помни об этом. Доставляю груз. Разворачиваю автономного бота-курьера. Спасибо за ваш вклад. Не останавливайте сам. Даже не думай. Оружие разрешено. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. Оружие разрешено.
обнаружено оружие. Это будет до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Сэм Бриджес, я ждала тебя. Мой сосед мне все про тебя рассказал. Отпечаток, который ты мне принес, я называю его образец. Это ключевая находка. Он относится к той эпохе, когда человечества еще не было. Я установлю его возраст и выясню причину выхода смерти. И тогда мне откроются все неизведанные тайны космоса. Ты знаешь, что в древние времена эта гора была пирамидой? Это правда. Это место ближе всего находится к берегу. К источнику. Источнику невероятной силы. А за счет чего, по-твоему, работает эта ваша хиральная сеть? Но я не об этом. Покажи образец. Спасибо. Он в отличном состоянии. Подключи меня к хиральной сети. Теперь у меня есть все для датировки образца. Когда я получу результаты, то поделюсь ими с тобой и твоими коллегами. Ты сделал хорошее дело, Сэм. Если найдешь еще что-нибудь,
сразу же приноси мне. Я буду ждать. Возьми это. Наверняка это пригодится тебе в пути. До встречи, друг мой. Сэм, сработало. ББ-28 в отличном состоянии. Никаких симптомов привязанности или тоски по дому. Возможно, его память действительно стерли. Тебе осталось только подключить его, ну и испытать в деле. Я надеялся побыстрее вернуть его тебе, но... Я не хочу. Ну, то есть я хочу, но тут все не так просто. Что? У нас проблема. Возможно, ты слышал об огромной супер-ячейке, которая идет на горный узел. Я покинул комплекс, чтобы провести полевые испытания ББ. И теперь не могу вернуться назад. Знаешь, хижину на склоне горы и к северо-востоку от горного. Встретимся там. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки.